первую очередь вакцинируют тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, люди старше 60 лет, работники медицинской сферы, транспорта и коммунальной сферы. В Самарскую поликлинику номер 14 поступила вторая партия вакцин для детей. Всего 4180 доз. Вакцина «Савигрипп» не имеет противопоказаний. В ее состав включен иммуномодулятор, поэтому переносится она детьми легко. Прививку можно делать даже, когда дети только выздоравливают после болезни. Так как нет доказательной базы эффективности противовирусных препаратов, то единственным методом профилактики такой грозной инфекции, как грипп, у нас остается вакцинация. Сделать прививку может любой желающий. Для этого достаточно прийти в поликлинику, за которой пациент закреплен, и взять с собой полис. Игорь Сальников говорит, прививается от гриппа каждый год. Обычно вакцины привозят к ним на работу. В этом году пришлось проявить инициативу. Мужчина говорит, болеть не хочется, поэтому он сам пришел в поликлинику. Я привился, чтобы не болеть гриппом. Просто на людей много болеет. И что-то решил, короче, чтобы не болеть. Чтобы предотвратить повальное заболевание гриппом, в регионе нужно создать коллективный иммунитет. Он возникает, когда прививки сделаны у 60% населения. За Самарской поликлиникой номер 14 закреплено 15 тысяч пациентов. Сейчас их обзванивают специалисты и приглашают сделать прививку. Скоро сюда поступит вторая партия вакцины от гриппа и для взрослых. Закончить вакцинацию здесь планируют к середине ноября. Виктория Шарая, «События».